Доброе утро. У нас сегодня 13 число. Из-за руля плохо видно. И мы с Идошкой что-то такой напряженный, расслабь голову. Мы с Идошкой направляемся на его экзамен музыкальный. Да. Если нам удастся что-то снять, мы покажем. А если нет, то уже увидимся после экзамена. Поехали. Ну что, мы уже после, зайти нельзя было. Ей, Дашка это сделала. Но еще не сразу, мы еще идем к моей маме, есть доктор, но мы вышли, мы ездили, этот экзамен был в баптистской китайской церкви. У них там шикарных два пианино, два зала. И в принципе, даже я поговорила с одной мамой, она говорит, у меня девочка, у нее в 7 классе сейчас сдают экзамен. Она говорит, она до этого делала где-то в Вудбридже. И она говорит, там ужасная пианино. Она говорит, она сюда пришла, ей нравится здесь рояль. Так что, если что, будем сюда всегда назначать. Yeah. Вот, это, во-первых, близко к дому, и здесь шикарный рояль. Несмотря на то, что церковь баптистская, Chinese Baptist Church, но... But the woman I had wasn't Chinese at all. Да, это были там не были такие европейские лица. Принимали экзамен на первом этаже мужчина, у Идошки была женщина. Вот, все, он хорошо сыграл, он мне все рассказал. Ну, единственное, там было кое-что у него загвоздочка с проиграть то, что проиграли, но это еще нужно развивать это. Но в основном, в остальном он был просто молодец. Вот, так что все, сейчас мы едем еще по каким-то маленьким делам, а потом мы едем праздновать. Идошкин экзамен в буфет мандарин. Покажем вам какие-то отрывки, что если успеем снять и не сразу начнем кушать. Вот, так что сегодня вот такой у нас радостный день. Сыночек мой сдавал 3 класс Royal Conservatory Exam. Королевской консерватории музыкальной канадской экзамен. Это вам не хухры-мухры, как говорится. Так что вот, все, это уже позади, сынок. Теперь отдых на неделю без пьяна, представляешь? Ей! Все. Немножко тебя проснуть. Нет, думаю, нет, потому что для этого надо быть очень гибким и очень flexible. No, you don't need it. It's just jumping around walls and even really fast. Ой, да. А если ты попадешь между walls? Все, хана тебе. Walls? Walls. Between walls? Between walls. I jump from one wall to another and one wall to another like that. They don't stop me. Not actually jumping on top of roofs to go to another room. Да. Представляешь, ты видел людей, которые между sky... I've seen people run and jump on roofs that are like 7 meters away and then do a, like a front flip, like 15 front flips. Ужас, это ужасно, это страшно. Это. Я даже боюсь подумать, я... Мне мамы, их не мамы, этих мальчиков, которые это делают, я думаю, что они уже с сердечными приступами много раз лежали. Это у нас твой ребенок прыгает между небоскребами, может умереть просто, упасть и все. Один раз ты не схватился. Знаешь, сколько раз они ломают руки, ноги себе падают. Ужас, очень много раз. Это очень опасно. Мы говорим про интеллигентные профессии. Ты можешь быть доктором, например. I don't want to be a doctor, ew. Не хочешь быть доктором? I don't want to see those bloody stuff and everything. Ну, тебе не надо bloody stuff. Ну, да, там есть bloody, пока ты учишься, точно будешь видеть bloody stuff. Тебе нужно... Everything is
You need to know. You can't be afraid of blood to be a doctor. Да, это правда, на самом деле. I'm afraid of blood, so I do not fit for a doctor. Так, значит, для доктора ты не подходишь. Nope. С доктором мы вычисляем. Доктором ты не будешь. Так, кем ты можешь быть? Давай подумаем. I could be a paleontologist. Ну да, понятно. Because может... I love dinosaurs. Ну, ты любишь путешествовать, ты любишь романтику. Ты мальчик романтичный у нас. Так, дальше кем ты можешь быть? Ты можешь быть учитель в школе? Просто в обычной школе, public school? I guess maybe I could be a pianist. Well, I will be a pianist, but... I could be famous! Mm-hmm. But I didn't practice like 8 hours a day to be famous. Ну, еще все впереди. Так, а кем еще бы ты хотел быть? Definitely not an astronaut. А? Definitely not an astronaut. О, да. High risk. Yeah, the training to do it is extremely dangerous. Extremely, not extremely. 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 Ты мой профессор, ты мой главный профессор. I could be a scientist. Ты можешь быть scientist, для этого математику продолжать надо учить с папой хорошо. I could be a mathematologist. Съезжает камера немножко. No! It's a $10,000 camera. No, and it's my camera. No. Боже мой, мне кажется, сегодня такой ливень будет идти целый день. Ужасно. Посмотри, душа, какое небо. Все нахмурилось. Oh man, I can imagine how fat I will be for the next day. I'll do like 10 push-ups tomorrow in the morning. Завтра утром в школу. So get all that fat out. Это сегодня ты вне школы, а завтра ты в школе. Yesterday I had areas and today I had pianos. Ten minutes. Да, это было и до, ну не 10 минут, это был немножко дольше, это был там 15 минут где-то. Well, still, I was super happy. It seemed super fast. Ну, тот мальчик, который зашел раньше тебя, он вышел раньше тебя намного. Я думала, что ты выйдешь за ним примерно, а он вышел намного раньше. У него был 4 класс. Он очень хорошо играл, мне понравилось. Он прям играл, я аж переживала, когда он играл, чтобы он не сбился. Когда он играл кортс. Мами! Ну, я за тебя тоже переживала, естественно. Но я слышала, как он играет. Тебя я не слышала, а его я слышала, как он играет. Я за тебя очень сильно переживала. What else can I be? Давай подумаем, кем еще бы ты хотел быть. Давай подумаем. Полис! Полис ты хочешь быть? No, I don't want to die from robbers, man. It's too risky. Ну, это риски, но это не значит, что ты должен умереть. Но ты должен быть готов, я думаю, к этому. I'd rather be a manager. Like, so I don't go out. I just sit there. Менеджер не только сидит, менеджер делает очень много decisions. I don't want to be a firefighter. I'm kind of afraid of heights, not so much, but... Так. I might be a firefighter. Так я думаю, что ты можешь быть учителем, тебе подойдет. А потом знаешь, кем ты еще можешь быть? Адвокатом. What do you mean? Адвокат. A racer? Lawyer. No, oh yeah, I give great advice to people. I'm a philosopher. Ты философ. Ты за справедливость. Ты можешь отстаивать свое мнение, ты можешь настаивать на своем, доказывать, почему тебе важно то или другое. Would you liars like защищаешь других, тебе нравится помогать другим людям, правильно? Yeah, do liars like protect? Ну, есть разные lawyers. Да, есть разные lawyers. Есть разные types of lawyers. Есть lawyers, которые только дают advices. There's that only protect, others that protect and give advice. Да, есть очень много разных лойеров. I'd give one that protects and gives advice. Ой, я думаю, лойер тебе очень подойдет, сыночек. У тебя, во-первых, твоя внешность тебе подойдет к лойеру. У тебя очень хорошая представительная внешность, интеллигентная. Можно не крутить очками, пожалуйста? Ты очень... Вон уже и дождь начался, видишь, пока мы с тобой... Oh, shoot. I feel so happy. I'm done. Да, это же it's behind. Мы уже почти дома. Маме еще только к доктору быстренько сегодня сгонять и все. And then we go to a buffet to eat ice cream. Да. Не, не только ice cream. Сначала and будет покушать еду нормальную, like человеческую. What? Салаты. Fruits. Не, фрукты это уже как дезерт. Салаты есть, барбекю. Мясо есть, барбекю, мясо, суши там есть, картошечка разная, drinks. Рис разный, макарончики. Смузис там нету, но... Drinks. We have to have, like, we have to have some sweet drinks. Нет, есть, но они по-другому идут. Мы будем пить только воду. Мы вообще не будем пить. What? Потому что когда ты пьешь, ты потом ничего не ешь.
запьешься водой, и все. We can only stay there for one hour. That's a sucky thing. Нет, мы можем. Почему sucky? Еду не говори таких слов. But we need to stay there for one hour. Это ничего не sucky. Нет, ты можешь там дольше оставаться, просто это до 3 часов. 3 часа закрывается. А мы туда приедем только лишь around 1:30. У нас будет 1.5 часа. So 2 hours and 30 minutes. Ooh, that's a lot. So we leave when it closes. Look at car. Ну все, собираемся к доктору и... Все, выходим. Вкусно. Габи кушает свою любимую еду, крабовые палочки в кляре. Мама суш пока что себе набрала, мальчики выбирают. Так, Идоша пока что взял луковые кружочки, картошечку и сосиску. Папа выбрал морской набор. До чипсов? Да. Габи тащится. Сейчас у нее фрукты пошло, десерт. Сладкое. Сладенькое. Наелась уже? Сейчас еще будет мороженое потом. О, май гуднес. Это твой фуд, да. Мама съела, мама съела. Так, когда мы все дойдем, пойдем за айскрим, да. У мамы чизкейк и немножко крема. И был арбуз, и еще была дынька, я уже съела. И последнее завершающее мороженое. Может, у меня еще дать? Как все целое? Пока целое. Вот Костя себе еще фрукты взял. Габи нравится? Скажи, не снимать. Идошка, мороженое тоже вкусно? Ням-ми. Итальян плам что-то. Вот мы съездили даже, заехали на ферму, не на ферму, как называется, место, где продают деревья, кусты, в общем, все такое для аутдор. Посмотреть деревья, еще хотим 2 дерева посадить. Вот, ну так пристрелились, и дождь начался, так мы уже все, не было сил после еды, вот такие большие деревья можно купить. Очень тяжело после полного, с полным желудком. Разгуливать и высматривать чего-то, поэтому мы решили просто вот эти деревья все не продают, просто поехать домой. Вот такое было решение у нас. Сложное, с одной стороны, боже, ветер такой поднялся, сложное и несложное одновременно. В общем, наш день активный закончился, сегодня уже будем только отдыхать. Вот наш едет главный экзамен, этот, как он, не экзаменатор? Экзаменуемый. А экзаменуемый, да. Все, скажем бай-бай всем, хорошего настроения, хорошего дня, утра, вечера, бай-бай. Бай-бай-бай.